Попечение церкви о душевнобольных. Международная конференция, посвященная этой теме, прошла в Москве в отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Инициатором проведения форума по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла выступила комиссия по церковному просвещению и диаконии межсоборного присутствия Русской Церкви. Из Данилова монастыря с подробностями наш корреспондент Эльвира Гордеева. Священники, врачи-психиатры, психологи, представители духовных школ, эксперты. Всего около 40 человек из Греции, Нидерландов, Испании, Великобритании, Италии. Специалисты научного центра психического здоровья Российской академии наук приняли участие в крупнейшем международном форуме, посвященном актуальной и сложнейшей проблеме – заботе церкви о людях, страдающих психическими расстройствами. Мы не беремся лечить. Это дело медиков. Но психиатрия в том смысле, что нужно работать с человеком и заниматься постепенно, создавая ему какие-то условия, при которых он возвращается к доброму, хорошему отношению в жизни и становится постепенно нормальным человеком, это да, это работает в церковных организациях, допустим, Европы. Но это не работает у нас. В современном мире, где по данным Всемирной организации здравоохранения 14% населения имеют психические расстройства, необходимо активное участие священнослужителей в оказании помощи людям, страдающим душевными недугами и их близким. И тут встает вопрос специальной подготовки духовенства, для которых разграничение духовных и психических расстройств было и остается весьма серьезной проблемой. Часто народ просто по всякому вопросу, который является действительно психиатрическим случаем, обращается к священнику с просьбой его отчитать. Ну, а там действительно какая-то болезнь психическая. И в этом отношении, конечно, роль психиатра, она неоценима. И священник тоже должен понимать, какой это случай, или без содержимости, или это психическая болезнь. В ходе международной конференции ее участники обсудили такие темы, как особенности пастырской работы с различным контингентом психически больных, восприятие больными церковных таинств, треп, почитание икон и святынь, психические заболевания и одержимость, истинная и искаженная религиозность у душевнобольных, пастырское сопровождение семей психически больных и другие. Важным вопросом конференции было обсуждение необходимости преподавания пастырской психиатрии для священнослужителей и студентов духовных школ. Конференция – это важнейшее событие, наверное, в истории, по крайней мере, последних 20 лет нашей церкви, потому что здесь затрагивается вопрос разграничения душевных заболеваний, психических заболеваний и одержимости бесами. Это надо знать, это надо уметь различать, и этому как раз могут помочь базовые знания по психиатрии. О накопленном опыте совместной попечительской деятельности психологов и священнослужителей говорил профессор кафедры психиатрии Военно-медицинской академии имени Кирова Евгений Курасов. Священнослужители активно участвуют в обсуждении пациентов, которые с точки зрения врача нуждаются в окормлении. Помимо этого у нас проводятся библейские занятия для прихожан, как факультативный вариант для врачебного состава, обучающихся, студентов, слушателей, курсантов. Безусловно, это и совместные праздничные службы, они обогащают совместную практическую деятельность. Ну и самое главное, то, о чем я говорил, сейчас с этого года началось цикл, правда, факультативной пастырской психиатрии. Конференция проходила в течение 2 дней. По ее итогам планируется издание всех прозвучавших выступлений и докладов.